Финальный этап 9-го конкурса профмастерства среди водителей магистральных автопоездов завершился в Могилеве. В соревнованиях, организатором которых выступила Белорусская ассоциация международных автомобильных перевозчиков, приняли участие 15 команд со всех регионов страны. Это лучшие водители-международники, которые проехали по дорогам Европы и Азии не одну сотню тысяч километров. Мастерство водителей демонстрировали в фигурном вождении, почти ювелирном умении парковаться и разворачиваться в стесненных условиях. Международные автомобильные перевозки – это в первую очередь вид услуг. И по состоянию за 2014 год экспорт услуг составил 1 миллиард 130 миллионов рублей. Это тот вид деятельности, который формирует положительное сальдо экспорта услуг, и в отдельном весе это было 24%. Победители соревнований были отмечены ценными призами, медалями и кубками в командном и личном зачетах.